Сократить потребление газа на 5 миллионов кубометров в год. Такие планы строят запорожские тепловики. Чтобы воплотить задуманное в жизнь, затеяли реконструкцию теплотрассы. Сейчас работы выполнены уже на 80%. Как продвигается ремонт и что еще предстоит сделать, далее в сюжете. В Жовтневый район на улицу Героев Сталинграда заехала тяжелая техника. Здесь полным ходом идет реконструкция теплотрассы. Ремонтники должны заменить свыше 1000 метров труб и привести в порядок тепловые камеры. Работы уже на финальном этапе, говорят тепловики. Представители городской власти отмечают, реконструкция этого объекта для Запорожья крайне важна. При завершении строительства этого объекта концерн теплосети сможет до 5 миллионов метров кубических в год экономить потребление природного газа за счет использования теплопромплощадки. То есть это, естественно, что существенно отразится на финансовом состоянии самого предприятия. Естественно, что это как раз является выполнением тех задач, которые на сегодня ставит правительство по вопросам уменьшения потребления природного газа. Но это еще не все преимущества, говорят в мэрии. Добавляют, с апреля по октябрь жители Жовтневого района и Песков будут получать горячую воду за счет теплопромплощадки. Реконструкция объекта, рассказывают в концерне ГТС, позволит увеличить пропускную способность теплотрассы и избежать перебоев с подачей воды. Сегодня сделана большая работа по замене трубопроводов по улице Матросова, Гагарина, по балке здесь, которая по дамбе идет, и вот по Герою Сталинграда. Это большой комплекс работ, который доводится. Расшиты диаметры, и теперь по этим диаметрам мы можем еще добавить количество больших потребителей, которые будут получать горячую воду благодаря промплощадке. Эта задача поставлена для того, чтобы снять социальное напряжение. Очень много жалоб жителей района на перебои подачи воды, несоответствие температур горячей воды, согласно норм. Поэтому, применяя сегодня современные технологии, практически в нашем районе проживает чуть больше 67 тысяч населения, которые, я так думаю, забудут на длительное время, что такое перебои с горячей водой и перебои с теплом. Большую часть реконструкции тепловики рассчитывают завершить в этом году. В свою очередь в мэрии отмечают, ремонт теплотрассы – реализация одного из энергосберегающих проектов. Также в рамках программы были выполнены работы на улицах Матросова и Гагарина.